Добрый день, говорит и показывает Хариш. Мы вас приветствуем на канале компании Экохау. Сегодня у нас 4 ноября 2022 года. Хочу с вами поговорить о таких вещах очень неприятных, которые у нас проходят в Харише. В последнее время с недвижимостью стало происходить. Это конец нехасим. То есть, когда люди перестают, по каким-то причинам у них получается задолженность в банках, они перестают платить машканту. И к ним приходят от адвокатов письма, что если они не погасят эти свои долги, то у них заберут квартиры. Очень многие строят иллюзии, думают, что это ерунда, и что их на улицу не выкинут. Но на самом деле в Израиле построена так судебная система, что если, опять же, банку ты должен и не платил долгое время, то тебя выселяют. И еще ты остаешься должен. В связи с этим мы предлагаем вот таким людям обратиться к нам в агентство, и мы вам поможем быстро продать квартиру, будем говорить, по хорошей цене, чтобы вы не остались, опять же, должны банку, и чтобы у вас хотя бы, если не, ну, скажем, не остались деньги, хотя бы привести к нулю, чтобы у вас не было никаких долгов. Пожалуйста, опять же, обращайтесь к нам. Наш телефон 05353-26563, компания Экохаус. Находимся мы в городе Харише на Дерех Эрес 58. Вот в этом месте. И мы вам поможем, опять же, быстро продать квартиру, чтобы у вас не осталось никаких обязанностей и долгов перед банком. До свидания, до скорых встреч.